Тем временем главную новогоднюю елку зажгли в сквере у театра оперы и балета. Одновременно включили и новые гирлянды по периметру площади Ленина. Высота елки 21 метр. Ее украшают почти 2000 шаров, снежинок и фонариков. Работу праздничных огней регулируют автоматические датчики. Иллюминацию будут включать каждый вечер до 1 февраля. Сейчас в театральном сквере рабочие заканчивают украшать аллеи шарами и гирляндами. Затем сделают ледовые элементы и зальют каток. Рядом будут теплые раздевалки и прокат коньков. Площадку полностью оформят к концу декабря. Лед и снег – это все-таки природные явления. Если мороз, то работа со льдом сложности. В общем, очень много всяких разных тонкостей. Но технология такова, что сначала мы делаем ледовые фигуры, ледовые бортики, ледовые скамеечки. И лишь затем, в течение недели после того, как закончится работа со льдом, фигурная работа со льдом начнется, заливка катка. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.